которых зарплата больше, чем 500 долларов, иксов. Да. X – число тех, которые получают больше, чем 500. Хорошо. Да. Y – А. Средняя зарплата людей, у которых больше, чем 500 долларов. B, Y плюс A, X – это 10 тысяч. Да, правда. Потому что когда вы среднее умножаете на количество людей, то вы получаете сумму их зарплат. Дальше. 3, B, Y – это им всем в три раза увеличили. Условили зарплату тех, у которых меньше, чем 500. Да. Прибавили 1000 зарплату людям, у которых больше, чем 500. То есть плюс 1000. Да, 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 отлично, да. И оставили их зарплату еще. Конечно. Теперь, злое начало. Пусть Z – это то, что мы хотим дойти. То есть, да. Мы хотим дойти на Y плюс 500X. Да. Система. Вычтем из второй строчки первую. Получим что? 2Z равно 14 тысяч. То есть, да. Обратите внимание, ребят. Оказалось, что достаточно было ввести обозначение разумное. И задача сразу не обязательно было вводить среднюю. Можно было вот это обозначить одной буквой. От этого ничего не изменилось. By вы могли как-то обозначить. Или то же самое. AX можно было обозначать одной буквой. От этого тоже ничего бы не изменилось. Абсолютно понятное решение. Спасибо, хорошо.